Родители снова вместе. Степан Джигарханян. Татьяна Власова, вторая жена Армена Джигарханяна, вернулась в Россию из Америки, чтобы быть рядом с бывшим мужем. Их брак длился с 1967 года по 2015 год, когда Виталина Романовская-Цымбалюк очаровала уже немолодого мэтра. Союз с Виталиной закончился скандальным расставанием. Затем у Армена Борисовича пошатнулось здоровье. И вот свершилось то, чего поклонники и родственники артиста ждали не один год. Действительно, мама решила вернуться в Россию и быть с отцом. Я очень рад, что родители снова вместе. Вижу, что им действительно хорошо друг с другом. Со своей стороны, я тоже скорректировал свои планы, стараясь чаще бывать в Москве. Больше времени проводить с родителями, приводит слова Степана Джигарханяна Новостник.нет. Кажется, вновь обрел смысл жизни и знаменитый актер. Я рад, что моя Татьяна вернулась. Будем стареть вместе. Я ощущаю себя счастливым человеком. Счастье, когда ты что-то преодолеваешь. Когда боль заканчивается, это самое высокое счастье. Без ошибок все равно бы не прожил. Ошибается каждый, сказал Армен Борисович. Поклонники очень рады воссоединению семьи. Чудо свершилось наконец. Татьяна Сергеевна всегда вызывала у меня восхищение своей красотой, мудростью и терпением. И я очень-очень рада, что они теперь вместе. Наверное, надо было что-то пережить, чтобы понять, что этот человек самый главный и родной в твоей жизни, который не предаст. Засыпали они радостными комментариями страничку группы Джигарханяна в Фейсбуке.